Казахстане действует закон о создании объединений собственников имущества или простых товариществ. Жильцам необходимо выбрать одну из форм управления и заключить договор с управляющей компанией. В 123 многоквартирных домах Экибастуза уже сделали свой выбор. На собрании мы решили создать простое товарищество. При обсуждении вопроса мы решили заключить договор с обслуживающей компанией ИП РИЛ, простое товарищество, для обслуживания нашего дома, для решения наших вопросов. Затем мы заключили договор, и мы увидели уже первые результаты на первых этапах. Руководитель Людмила Владимировна создала группу, где мы обсуждаем все вопросы, касаемо дома, какие-то, ну, в общем, решение всех вопросов таких бытовых. Мы на таком коротком промежутке увидели работу данной компании. У нас во дворе сейчас очень чисто, красиво. Произвели дератизацию в подвале. Управляющая компания уже составила график запланированных работ. По мере сбора средств будет проводиться ремонт здания и установка освещения. К нам обратились жильцы, переходя с переходом на новую форму управления, были собраны собрания, и жильцы проявили инициативу и перешли на новую форму управления «Простое товарищество». Заключили с нами договора. Сейчас на нашем обслуживании 32 дома, которые мы обслуживаем по городу. С каждым домом была создана WhatsApp-группа, где 24/7 я всегда как руководитель с жильцами на связи. Жильцы видят нашу работу, то есть всю информацию мы им передаем через WhatsApp-группу, и жильцы с нами на связи. Где-то что-то, какие-то замечания, если они есть, они сообщают мне непосредственно в саму группу. Ведутся работы по подготовке к отопительному сезону. Мы сделали опрессовку в каждом доме. Какие дома к нам обращаются, мы делаем дератизацию подвального помещения. Это самая наболевшая, наверное, сейчас тема. Жители очень активны. Конечно, было очень тяжело поначалу им с переходом на новую форму. Кто-то что-то недопонимал, у кого-то было очень много вопросов. Но самое главное, чтобы жильцы всегда были на связи. Консультацию по переходу на новую форму управления можно получить в отделе жилищной инспекции Акимата Экибастуза по адресу Энергетик Тир 62, кабинет 318, контактные номера 34 73 53 или 34 73 47.